не подходи, я тебя знать не хочу, понял, вообще. Сейчас проголосуют против тебя, ты немножко взбодришься. Да не надо. Мы делаем просто, когда я сейчас... Что значит немножко взбодришься? Все ссорятся и ссорятся, да что же это такое? Живите мирно, любите друг друга. Я сказал об этом еще на стройке, понимаешь? Что значит не строить? Я же даже сказал, на третьей, кажется, вчера что? Ну. Кроме как цель похудеть, ты будешь здесь ничего не преследуешь. Это мои слова были? А ты был на третьей? Ну, какая разница? А ты был на третьей? Если я бы не использовал свои цели, чтобы только похудеть, извините, я тогда сидел бы в тренажерке, не выходя оттуда. Я уделяю девушкам внимание. Я проявлял ухаживание. Кто-нибудь из вас здесь, вот ты, скажи, какое ты свидание, как только не в кустах сделал Марине, понимаешь? Разница, где твоя вот эта... Ну, у меня не получилось быть вместе. Это ничего страшного в этом нет. Я над этим работаю, понимаешь? И ни один из вас не похвалится здесь такими свиданиями, которые я устраивал для девочек, понимаешь? Как ты работаешь, ты не потому что мне свое удовольствие. А что красивым устраивать свидания? Им и так дают. Когда девушка искренне улыбается, да. Чем невзрачнее мужчина, тем лучше ухаживание. Это ж классика.